Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 520. Прочитайте текст, подберите к нему такой заголовок, чтобы в нем отражалась основная мысль текста. Какое доказательство приводит писатель, чтобы убедить читателя, что страсть к чтению принесла ему не только унижение, но и наслаждение? И грустно, и смешно вспоминать, сколько тяжелых унижений, обид и тревог принесла мне быстро вспыхнувшая страсть к чтению. Огня мне не давали. Денег на покупку свеч у меня не было. Но все эти неудобства исчезали в наслаждении, которым я рассматривал иллюстрации и читал объяснения к ним. Эти иллюстрации раздвигали передо мной землю все шире и шире, украшая ее сказочными городами, показывая мне высокие горы, красивые берега морей. Жизнь чудесно разрасталась. Земля становилась заманчивее, богаче людьми, обильнее городами и всячески разнообразнее. Максим Горький. Доказательства. Эти иллюстрации раздвигали передо мной землю все шире и шире, украшая ее сказочными городами, показывая мне высокие горы, красивые берега морей. Жизнь чудесно разрасталась, земля становилась заманчивее, богаче людьми, обильнее городами и всячески разнообразнее. Если так подберем название к тексту, этот текст можно назвать «Любовь к чтению». Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.